Снова в мир вторгается зло. Где ты, Скричер, время пришло пробудиться. Будем биться. Как нам в батле храбрыми быть? Скричер, диски где раздобыть? В мире этом дай ответ нам. Дикий ветропоток ревет. Скричер, пламени магнушон. Взрыв энергии не померкнет на пути. Дикий солнечный заряд. Скричер, молнии разряд. Это время тьму развеять, мир спасти. Давайте, скричеры, вперед. Пусть смелость нас не подведет. В битву эту за планету сердце нас зовет. Своих друзей мы соберем. Имени скричеров найдем. И если будем вместе в битве честной, этот мир спасем. И если будем вместе в битве честной, этот мир спасем. Дикие скричеры. Суперудар Sunblaze Tag. В предыдущей серии Ксандер и его друзья отправились на заброшенную электростанцию, откуда поступил сигнал о новом Скричере. Там Ксандер и Airstrike Eagle попали в ловушку, подстроенную новым Скричером Lightning Eagle. Затем Арло напал на Ринга и Ксандера, но Lightning Eagle решил помочь и атаковал Lightning Райна. В этот момент к Lightning Eagle вернулась память. Скоро начнется гонка за Скричер Кар! Участников просим занять позиции на старте! Мы готовы начинать! Так давайте скорее начинать! Ха-ха! Скричер, который придет первым, выиграет тренировку со скричер-каром и сможет испробовать свой супер-удар! Дамы и господа, гонка начинается! Вот увидишь, приятель, я буду тренироваться со скричер-каром! Мечтай! Ого, мы видим напряженную борьбу! Лидирует Airstrike Eagle! Нет, погодите! Лидирует Lightning Eagle! Прошу потесниться, первым приду я! Как быстро ты гонишь! Не боишься перевернуться? Да ты просто завидуешь! Эй! Оба лидирующих скричера мои! Даже как-то неловко! А? Hellfire Tiger, давай поднажми! Airstrike Eagle, у тебя шина лопнула! Что? Я пошутил! Вот негодник! Он меня банул! Ну прости, приятель! А это кто? Вы посмотрите! Но вперед вырывается Sunblaze Tag! Сами виноваты! И побеждает Sunblaze Tag! Что? Как это случилось? А что такого? В наших батлах Sunblaze Tag уже давно побеждает ваших скричеров. Теперь ты готова к объединению со скричер-каром! Скричер-кар! Вперед, скричер-кар! Скричер-трансформация! Кувырок-трансформация! Силы скричер-кара так сложно управлять. Sunblaze Tag! Скричер-кар, не бойся, я иду! Sunblaze Tag! Яши, постой! Sunblaze Tag!
случилось? Простите. Не волнуйся, я приведу Санблейстак в порядок. Правда? Спасибо, доктор Холмс. Для меня это совсем не сложно. Холмс, скорее почини Санблейстак. И зал наш тоже пострадал. Так что мы с Ринго пойдем погуляем. Да, доктор Холмс, зал тоже надо бы починить. Да, конечно. А пока я работаю, не суйте сюда нос. О, кстати, возьмите это. А? А что это? Новое переговорное устройство. Оно обменивается данными с глазом Арканы. Возьмите, оно вам точно пригодится. Ты справишься, босс. Надо превозмогать. Ты можешь. Ты можешь, можешь, ты можешь, давай! Ох, ты не надорвался? Эй, Мани, иди сюда и помоги мне! Чего ты там стоишь без дела? Не ожидал, что тренировка пройдет в лесу. А правда, что эта штука ведет обмен данными с глазом Арканы? Как интересно. Внимание, внимание. Высокий уровень твердых микрочастиц 2.5. Он правда пересылает данные. Твердые микрочастицы – это микрочастицы размером тоньше человеческого волоса. Они рассеяны в воздухе и вызывают его загрязнение. Интересно, почему в лесу такой высокий уровень этих частиц? Ксандер, смотри, там дым! Похоже, что-то горит на фабрике. Думаю, надо сходить и проверить. Согласен. Ну и дела. Где мое зеркало? А? А, вот оно. А макияж испорчен! А? Эй, ты зачем сюда явился? Забирать руду – моя работа. Ты можешь идти отсюда. Ладно, ладно, помощь нам пригодится. Не буду мешать. Интересно, что он задумал? Тише. Сандер, сюда! Смотри, парень в маске! Да, это он! Что тут забыли эти мальчишки? Ксандер? Ринго? О, нет, бежим! Ринго! Я в порядке! Похоже, противник стал сильней. Но в этот раз он не уйдет. Ксандер, мы справимся! Урон трансформации! Эрстайк Игл! Урон трансформация! Хеллфайр Тайгер! И это все, что вы можете. Молодчина! Спасибо, Эрстрайк Игл! Не расслабляйся, Хеллфайр Тайгер. Битва еще не окончена. Лайтнинг Райна! Игл! Хеллфайр Тайгер! Нас задело волной энергии! Столько темной энергии! Сможет ли он ее удержать?
Скричер Кар? Ксандр, используй объединение. Лайтнинг Игл, ты прав. Ксандр, брось мне скричер-диск. Понял. Выбора нет. Скричер-трансформация! Гурок-трансформация! Лайтнинг-игл! Лайтнинг Игл, давай! Удар грома! Так! Яростный рывок! Лайтнинг Игл! Почему-то моя атака его не повредила. Что? С ним что-то не так. В прошлый раз ему не было больно. А? Может, наша атака подействовала? Плохо дело. Это побочный эффект энергии. Нельзя сделать суперудар без скричеркара. Или это темная энергия? Да хватит уже болтать! Я тоже хочу поучаствовать в этом батле! Болван! Хочешь быть главным героем? Подожди меня! Ха-ха! Теперь-то мы с ними разберемся! Ты кто такой, а? Эх ты! Мы в одной команде, парень! Не знал, что темная энергия настолько отупляет. Опять Раф? Сегодня вам точно конец. Девауринг Пантер, начинай! Да, босс! На меня напала обезьяна в очках! Кого ты назвала обезьяной? Как грубо! Ксандер! Ринга! А? Это Яши! Ты вовремя! Ура! Мы спасены! Яши, как ты узнала? А вот так! Средство связи! Созданный мной гаджет сообщил, что у вас проблемы! Можете сказать мне спасибо! Зря ты лезешь не в свое дело. Моя спина! У Санблейстак защита слишком тонкая. Ей так долго не продержаться. Санблейстак, направо! Санблейстак, бей прямо в грудь! Вставай! Сражайся! Ура! Все получилось! Неужели это та же Санблейстак? Когда вы научились так драться? Думаю, сказались тренировки, ведь Яша много занималась с Санблейстак. Продолжай так же, и Санблейстак победит Деваурин Пантер. Давай, закончим этот баттл. Санблейстак, суперудар! Старые приемы. Хорошо, что я подготовился. Деваурин Пантер, покажи ей нашу силу. Уж я ей покажу, босс. Небесный разлом!
Жалкие приемы вас не спасут. Вы, детишки, переоценили свои силы. Я ни за что не сдамся. Деваурин Пантер, ты не расслабляйся там. Закончи с ними скорее. Самбайстак! Почему? Почему не выходит наш прием? Неужели я ни на что не годна? Самбайстак, мы проигрываем батл. Скричеркар? Яши, борись! У тебя и Санблейстак все получится! Ты прав! Я докажу! Санблейстак сильная! Она самый сильный Скричер! У меня есть энергия солнца! Я напарница Яши! Я справлюсь! Санблейстак, давай! Трансформация! Санблейстак! Это еще что? Пора бежать! Так это ее суперудар? Она думает, что победит нас. Что со мной? Веном Лизард! Скорее хватай этого Скричера! Лорд Абадон точно будет нам благодарен! А ты откуда взялся? Лайтнинг Крайма тебя сильно потрепал! Да, я был ранен, но какая-то энергия только что устранила все поломки! О, спине уже получше, жить буду! Энергия восполнилась! У меня тоже! Как я рад, что вы поправились. Я тоже полностью восстановился. Потрясающая сила! Я всем помогла. О, да. Не всем в батле нужно нападать. Самбайстак, ты не слаба? На самом деле мы с тобой очень сильны. Я так рада. Значит, у меня тоже есть важная роль в нашей команде. Спасибо вам всем. Нет, Самбайстак. Это мы должны сказать тебе спасибо. Да-да, и тебе, Скричеркар, спасибо. Ах ты! Значит, она умеет лечить. Видеть друг друга. Деваурин Пантер! Разрывные снаряды! Где они? Сегодня мы вас отпустим, но в следующий раз берегитесь! Да что такое? Внимание, внимание! Обнаружен источник загрязнения. Это дым из труб. Пойдем посмотрим. Да! О, смотрите, это же панель управления! Похоже, что в результате атаки пострадала система фильтрации воздуха. Но у вас есть я!
Для доктора Холмса это все мелочь. Меня ударило током. Эй, так ты можешь ее починить или нет? Ха! Доктор Холмс свое дело знает. Смотрите. Так, так, все заработало. Ты правда все починил? Не такой уж я бестолковый, правда? Этого не может быть! Как Яша могла встать на сторону врагов? Нет, бросить вызов собственному брату! Я просто не могу в это поверить! Твоя сестренка наивна. Ксандр и Ринго наверняка запудрили ей мозги. Они за это поплатятся. Я их заставлю. Не переживай. У тебя будет такая возможность. Переведено и озвучено Straight Pro в 2022 году. Роли дублировали Леон Автаев, Тихон Ефименко, Анастасия Филимонова, Ярослав Горнаев, Ислам Ганджаев, Петр Коврижных, Александра Курагина, Артем Затиев, Максим Якимов.